Привет! Ужасно, что я затянул с продолжением создания нашего с вами совместного экстрим-демона. Оправданий на этот раз не будет. Я должен понести наказание. Простите. Напоминаю, лучшие геймплеи были выбраны зрителями стрима 2 недели назад. Геймплей был полностью склеен. Дарфил наладил синг, большое ему спасибо, и сделал какой-никакой баланс, тоже большое спасибо. Вышел уровень по сложности примерно The Golden. Смотрим сейчас полный шоу-кейс, а потом скажу, что мы будем делать дальше. Ну естественно, что еще осталось? Декор. Тоже он будет от подписчиков. Полностью. На рейд построить сможем 100%. Судя по реквестам, которые вы мне кидаете в донатах, вы, блин, такие еще рейды, вы и эпик можете строить. Действуем по такой же системе. Вот ID уровня. Внутри уровня есть разделители партов. Выбираете любой и можете делать там все что угодно. Убирать пульсы и ставить свои. Вы хозяин проекта. Тематика – стекло, осколки, цвета белые и голубые. Можно темно-синий, если будут яркие вспышки. Самое важное, рядом с ограничителями написаны группы. Ни в коем случае не ошибайтесь с ними. Это приведет к коллапсу в уровне. На постройку отведен месяц. ID своего парта кидайте в комментариях. Не нужно вырезать парт с уровня. Делайте декор прямо внутри лайаута. И даже если ваш парт не победит, не переживайте. Важно, чтобы вы были мотивированы целью и работали на свой максимум. Это даст вам скилл в креаторстве. Удачи!